Водители Йошкар-Олинской станции скорой помощи сегодня открыто выразили свою позицию по поводу регулярных задержек заработной платы. Напомню, транспортные услуги по оказанию скорой и неотложной медпомощи были переданы в управление частным компаниям еще в 2015 году. Поначалу система работала как часы, однако со временем проявились и минусы работы по принципу аутсорсинга. Подробнее в нашем сюжете. У меня жена спрашивает, за квартиру 25 числа платить надо. Где деньги брать? Вот. 2 недели без денег. В своей карете скорой помощи Геннадий Петров постоянно что-то подкручивает, ремонтирует. Не случайно. Безопасность медперсонала и пациентов во время передвижения в большей части лежит на водителе. Чувствуя ответственность и отдаваясь работе целиком и полностью, мужчина, впрочем, как и его коллеги, недоумевают, почему в последнее время вместо благодарности им все чаще задерживают зарплату. И хотя бросить пациентов они попросту не имеют права, держать в себе то, что наболело, они больше не в силах. Конечно, ездим. Я только что вот сейчас приехал с вызова. То есть, получается, больных не бросаете, но, тем не менее, есть какие-то недовольства и претензии? Конечно, претензии большие есть. То, что вот денег вот не дают, вот. Кредиты надо платить, за квартиры надо платить. Ну, у меня свой дом, но все равно за свет, за воду надо платить. Нечем. Когда в 2015 году транспортные услуги при оказании скорой и неотложной медицинской помощи передали в частные компании для последующей работы по принципу аутсорсинга, на станции городской скорой были уверены, что помощь станет еще мобильнее и надежнее. То есть каждый будет заниматься непосредственно своим делом. Врачи оказывать медпомощь, а всю заботу о машинах, включая их обслуживание и наполнение после перехода, взяли на себя независимые компании. Собственно, там же стали числиться и водители, перейдя из региональной в Минздрава. Когда у нас была автобаза Минздрава, мы относились туда. Там гораздо лучше работало. Там какая-то ремонтная база была. Но все равно, хоть машины старенькие, но и зарплата была побольше, чем здесь. Когда вот пришли это, ну как, москвичи питерские, вот эти, питерские, они наобещали нам, ну, зарплату сначала 20-25 будете, потом сказали, ну, не меньше 17 100 пудов будете получать, а получаем мы, ну, 14-13 получаем. Ну, новые машины-то дали, это, с одной стороны, хорошо, новые машины, но, с другой стороны, они сейчас везде должны, а машины уже сколько, 4 года, ломаются, там должны, не платят, туда должны, не платят, гнать машину на ремонт уже некуда, везде нам дороги отсекли. Пока не погасите долг, никуда нас не принимает. Сегодня бесперебойную транспортную работу скорой по Йошкар-Оле и Медведевскому району обеспечивают более 130 водителей. И своевременная выплата им заработной платы – полностью забота частника, который предоставляет в аренду автомобили, из которым у станции скорой официально заключен договор. 28 декабря 2017 года был продлен договор аутсортинга на 2018 год станции скорой медицинской помощи и эффективной системы здравоохранения, это московская компания. Они нам предоставили 20 машин класса Б и 2 машины класса А. Вместе с водителями. Так вот, задержки выплаты зарплаты врачам, среднему, младшему медперсоналу не было. Это компетенция Министерства здравоохранения и, в частности, главного врача. В компетенции выплаты зарплаты водителям – это как раз в московской компании эффективная система здравоохранения. Задержка зарплаты была всего 15 дней. Мы сегодня созвонились с этой компанией, и они подтвердили, что 30 июля остатки зарплаты были переведены на счета водителей. Министерство здравоохранения будет сейчас держать этот вопрос на контроле. В принципе, и держало вопрос на контроле. Так что я думаю, что последующих задержек не будет.